Ребята, всем привет! Вы попали на мой канал, с вами я, Полина, и в этом видео у нас будет обзор на каталог для бумажных сюрпризов, который мы с вами закончили, потому что, как вы знаете, в позапрошлом видео я закончила все бумажные сюрпризы, и больше я их не снимаю, и у меня, естественно, остался каталог для бумажных сюрпризов, где мы вклеивали туда сюрпризики, вот, поэтому сегодня будет обзорчик на него, потому что я обещала в позапрошлом видео. Вот, поэтому сегодня будет обзорчик. Извиняюсь, то, что пропадала на 2 недели, потому что мне не было времени вообще снимать видео. Вот, была школа и все такое. Вот каталог, так вот он выглядит. Мне, кстати, обложка вообще не очень нравится. Я ее делала год назад. Вот, да, я ее делала год назад, и она очень странная какая-то. Вот, она мне уже не очень нравится. Мы сегодня его посмотрим, поностальгируем, посмотрим, что нам попадалось. Вот, также напишите в комментариях, какие вы хотите видеть видео на моем YouTube-канале. Вот, идейки буду лайкать и отвечать на них. Также перед началом этого видео обязательно поставь лайк, подпишись на мой канал. Мне будет очень приятно. Ну а мы не будем тянуть. Погнали! Сейчас я перемещусь на стол и буду снимать на столе. Итак, мы переместились вот так вот. Он сейчас выглядит, тут всякие вот такие вот живые растения, наклейки. Вот, вот такие фотографии, Леди Баг, Суперкот, вот, сами знаете кто. В общем, вот так вот. Потому что раньше я его смотрела, сейчас я его уже не смотрю. Вот, задняя сторона выглядит вот так вот. Этому каталогу уже год, вот. Поэтому сейчас будем с вами его смотреть. Первая страничка, вот тут такой вот рисуночек, вот. Это какая-то девочка. Итак, первая коллекция — это вкусняшки. Вот. Так вот она выглядит. Здесь вот такие вот 2 странички. Наклейки очень прикольненькие, очень красивые. Мороженка, пицца, гамбургер. Это мороженое тоже. Дальше на 2-й страничке это джем, картошка фри, сэндвич и блины. Либо это ладушки. Следующая коллекция — это напитки. 1-я страничка и 2-я страничка. Вот. Это молоко, кофе, сок, вода. Это коктейльчик какой-то, лимонад, чай и яблочный сок. Это моя самая любимая коллекция, мультики моего детства, то есть мультики, которые я очень обожала смотреть в детстве. Тут у нас будет 4 странички. Итак, первое — это из черепашек ниндзя, по-моему, Микки, Спанч Боб. Это из Умизумиков Мила, Лунтик, Том и Джерри. Это из Гуппи и Пузырики, я не помню, как ее зовут. Это Даша Путешественница. Да, я знаю то, что очень многие ненавидели Дашу Путешественницу, мне она очень не нравилась. Вот. Это мультик «Подсказки от Бульки», Бен и Холли из Винкс, тоже забыла, как ее зовут. Смурфики, Лилу и Стич. Это тоже забыла, как называется, мультики и персонажи тоже. Пчелка Майя, Лентяева, это какой-то спортсмен, тоже забыла, как называется. А, я вспомнила, ну, короче, это Спартакус. И Барби, вот. Следующая коллекция — это черно-белая, тоже прикольненькая коллекция. Тут все картинки в черно-белом. Смайлик, сердечко в виде огней. Это масочка вот такая. Тоже такая прикольненькая картинка. Страничка вся такая с блесточками. Вот. Здесь тоже сердечко, только уже не сердечко в виде огня, а сзади сердечко огонь. Это облачко, тут всякие планеты, звездочки, луна, привидения и инь-янь вот в такой вот форме. Итак, следующая коллекция — это рандом. Здесь получается карты, зайчик в костюмчике, лягушка в надувном круге и вот такой вот шарик в виде пёсика. Это руки Микки Мауса, которые делают вот так вот. Бумажная птичка. Смайлик вот такой вот. И инь-янь в виде сердечка. Следующая коллекция — это механи. Вот, здесь тоже 4 странички. Очень прикольная, красивая коллекция. Вот такие здесь разные мишки. Странички тоже все цветные. Следующая коллекция — это школьная одежда. Вот, я ее тоже делала очень давно. Вообще все коллекции я делала год назад, потому что я помню, что я это делала летом. Вот, а сейчас уже май. Вот,
Вот так вот, уже через месяц лето. Очень круто. Итак, это коллекция «Школьная одежда». Тут, получается, брюки такие вот синенькие, кардиган, рубашечка, такая жилеточка. Вот такая рубашка, юбка, кеды. Тоже такой кардиган, даже не кардиган, а такая кофточка зимняя. И вот такие вот штанишки. Вот, кстати, у меня такие есть. Это история о детстве, это история о школьнике, которому еще предстоит познать все тонкости любви. Эй, йоу, это у нас коллекция «Акула». А кто смотрел мои видео, помнит то, что коллекцию «Акула» я потеряла 2 пакетика, то есть их выкинула нечаянно. Вот, поэтому мы эту коллекцию собрали не до конца. Но «Акула» здесь, точнее, акуленки здесь очень прикольные и очень красивые. Вот такие здесь странички. И последняя, ой, даже не последняя, а предпоследняя коллекция — это духи. Вот, вот такие вот духи, тоже прикольные. Страничка прикольной коллекции. И последняя коллекция — это Маланг. Вот. И все остальное там уже пустые странички. Вот. Такое вот коротенькое видео получилось. Вот. Но зато интересненько, потому что мы поближе рассмотрели все коллекции. Вот, надеюсь, вам было интересненько. Напишите в комментариях, какие вы хотите еще увидеть видео на моем YouTube-канале, потому что сейчас будет уже лето, через 20 дней, и я смогу для вас снимать видео очень часто, и в неделю будет выходить по 3-4 видео. Вот, поэтому пишите в комментариях идейки, можете написать несколько идеек. Вот, все буду замечать, все буду выполнять. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ну, на этом было все. Всем большое спасибо за просмотр. Всех очень люблю. Поставьте лайк, также подпишитесь на мой канал, потому что летом я сейчас буду выпускать очень много всяких видео. Вот, потому что сейчас будет лето, я буду... Не будет учебы, не будет школы. Будет очень прикольно. Я буду выкладывать видео, наверное, где-то через день. То есть в неделю будет 4 видео выходить, это точно. Вот, поэтому я буду очень рада. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Будьте активными, чтобы я знала, что вам нравятся мои видео. Вот. Всех очень сильно люблю. Всем пока-пока!